Приветствую вас на канале «Современные родители». Продолжим говорить о прогулочных колясках. Сегодня расскажу о модели Happy Baby Ultima V2X4 книжка. В обзор включу характеристики, комплектацию и отзывы. Под видео вас ждет подборка ссылок на лучшие цены. Если хотите быть в курсе и не пропустить следующий обзор, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, поехали! Обновленная модель воплотила в себе мечты мам об идеальной коляске. Выполнена из качественных материалов. Усовершенствованная рама теперь позволит сложить коляску одной рукой, а полиуретановые колеса гарантируют долгий срок службы и плавный ход в движении. Благодаря большой рукоятке со съемным чехлом из эко-кожи управление стало еще легче и приносит настоящее удовольствие. Просторное спальное место с регулируемой спинкой создаст комфорт даже для крупных малышей в зимней одежде. Большой капюшон до бампера защитит малыша от ветра или солнечных лучей, а смотровое окошко позволит ему всегда быть в поле зрения мамы. Бампер в специальном чехле расположен на удобной для малыша высоте, а пятиточечные ремни безопасности и отстегивающийся разделитель для ног гарантируют особую безопасность во время движения. Вместительная корзина тоже преобразилась, и теперь у вас всегда есть к ней доступ, даже в горизонтальном положении спинки, когда малыш спит. Удобный карман для мелочей и окошко на магните делают коляску еще более практичной. Имеет теплый чехол на ножке и комплектуется дождевиком и москитной сеткой. Владельцы рассказывают о плюсах и минусах коляски. Я выбрала основные. Сначала о минусах. Нет сумки. Положение спинки регулируется ремешком. Сильный запах. Спинка поднимается не до 90 градусов. Нет амортизации. Высокая ручка не регулируется. В сложенном виде довольно большая. Теперь перейдем к плюсам. Большие, достаточно проходимые по зимним дорогам колеса. Легко складывается и стоит сама. Есть перемычка между ног. Очень большой капор. Удобное расположение окошка для мамы на магните. Широкое место для сиденья. Приятная водоотталкивающая непродуваемая ткань. Будьте в курсе, не пропускайте новые обзоры, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Не забывайте про лайки, а также делитесь своим мнением в комментариях. До скорой встречи на канале «Современные родители».